Так начинается наше утро выходного дня. Сегодня 19 ноября, и мы оказались в таком осеннем парке Гюксу. И мы отправились сюда на утреннюю пробежку и снимать немножечко для вас влог. И дальше по пути мы встретили вот такой водопад. Внутри было очень красиво и уютно. И также встретили вот таких вот жителей тут. Тут еще была вот такая вот площадка на заметку для тех, кто собирается с детьми. Можно тут поиграться. Очень красиво и чисто. По дороге встретили вот таких вот ребят. Это было очень мило, реально. Дальше мы прошлись по вот такой вот арке, и нам открылся вид на озеро. В поездках на природу я постоянно фотографирую все подряд и не вижу в этом ничего зазорного, потому что мне кажется, что когда ты делаешь столько красивых кадров, то появляется какой-то азарт, желание сделать еще больше действительно классных, запоминающихся атмосферных снимков. Прям такая фотоохота получается. И действительно, территория парка была большая, красивая, и видно, что все сделано с любовью, очень красивые пейзажи. И каждый раз, вот когда мы прям сделали круг по парку, открывались новые виды. А дальше тут было очень много ресторанов и кафе, где можно посидеть, любоваться этим прекрасным видом, попить чай, кофе и наслаждаться. Мы очень долго гуляли по парку, и дальше пошел снег, прям настоящий снег, мой первый снег в этом году. И дальше мы отправились домой.